И сегодня в нашей студии Наталья Геннадьевна Черных, заместитель министра образования Иркутской области. Наталья Геннадьевна, добрый вечер. Добрый вечер, Наталья. Рада вас приветствовать. И, естественно, сейчас мы будем говорить о новом учебном годе, который начался в Иркутской области и по всей стране, собственно. И вот скажите, как же мы стартовали, с каким настроением? Ну, я сразу хочу сказать, что все школы Иркутской области начали учебный год в штатном режиме. Мы сделали все возможное для того, чтобы провести вот такую информационную кампанию с родителями, с нашими школьниками, чтобы они прониклись в той ситуации, непростой ситуации, в которой мы сейчас оказались. И, конечно, пандемия диктует тоже свои определенные условия. И сразу хочу сказать, что на сегодняшний день максимально все, что можно было сделать, с разъяснительной стороны, со стороны непосредственно соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований. Но в наших школах это точно сделано и выполнено. За что, конечно, большое спасибо именно коллективам педагогическим, потому что на них легла дополнительная колоссальная нагрузка. Ну, какие изменения в этом году? Ну, во-первых, у нас только классная система. Раньше классная система была характерна для начальной школы, а сейчас она распространяется абсолютно на все параллели. Ребята находятся в одном классе, а преподаватели приходят к ним. Это сделано для их максимальной разобщенности. То есть все-таки мы прекрасно понимаем, что чем меньше у нас будет скученность наших ребят, тем больше они будут защищены. Очень важно, что в каждой школе есть такое понятие, как входной фильтр. У нас открыты абсолютно все входы в школу и введено такое понятие в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, как плавающее расписание, то есть максимально школьная администрация постаралась составить расписание с учетом того, чтобы ребята как можно меньше пересекались между собой. И, в общем-то, как показывает вот первая неделя, за которой мы очень волновались, переживали, это действительно работает. Причем входной фильтр проходит не только школьники, их проходят и педагогические работники. Здесь очень важно обратиться к родителям и вот все-таки сделать акцент на том, что если вдруг вы видите, что у вас в семье кто-то начинает недомогать, не надо отправлять своего школьника в школу, пусть он лучше побудет дома. Это очень важно для того, чтобы мы все-таки также дальше успешно продолжали учебный процесс. Мне кажется, что это связано, в принципе, даже должно быть не только с ковид, а вообще с соблюдением мер безопасности, когда да, и грипп, и начинается ситуация с ОРВИ у нас очень масштабная, поэтому, конечно, нужно здесь быть всем внимательными, да, родителям прежде всего ответственным. Но меня интересует, вот как родителя, у которого учатся двое детей, как будут работать сейчас педагогические коллективы с родителями, как будут проходить родительские собрания, потому что есть информация, что они будут проходить в онлайн-режиме. Ну, я сразу хочу сказать, что, безусловно, вот тот опыт дистанционный, который у нас был, сложный, тернистый, но это действительно опыт, он нам в чем-то, конечно, может пригодиться. Сказать, что мы в будущем полностью избежим онлайн-общения, это категорически неправильно. Но то, что никакое онлайн-общение не заменит живого общения, это тоже 100%. Поэтому, конечно, каждая образовательная организация, они для себя определяют очень конкретные правила и, безусловно, будут и очные родительские собрания, но, опять-таки, в полном соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологическими, то есть соблюдением социальной дистанции, соблюдением абсолютно всех тех требований, которые, в общем-то, мы должны соблюдать в любых общественных местах, потому что если у нас ребята находятся в одном классе, то родители, конечно, работают на разных предприятиях, на разных организациях. Поэтому так важно, чтобы все меры безопасности были соблюдены. Это и ношение масок, и обязательно социальная дистанция в 1,5 метра. Поэтому, наверное, если довольно-таки большая школа, то есть когда у нас в школе обучается больше 1500 ребят, примет решение о том, чтобы провести родительское собрание в онлайн-режиме, и для этого, собственно, будут созданы все условия, может быть, это даже будет и неплохо для того, чтобы наши ребята действительно были защищены. Наталья Геннадьевна, спасибо большое за подробное такое разъяснение для наших зрителей. Ну, я желаю нам сил, естественно, в этом новом учебном году и вам, и нам, как родителям, ну и не болеть. Спасибо. Спасибо большое.